Բարեձեզ, ել ռադիո ընկանդիրներ։ Այսօր մենք գտնվում ենք Մինոսմինայի զինվորական հաշվարկման եւ զորակոչի պետ Նարի Մանուկյանի աշխատասենյակում։ Բարեձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարեձեզ։ Մի քանի հարցեր ունենք, որոնք մեր լսարանի հետաքրքրում է եւ փորձենք պարզաբանել։ Հենց այս հարցից էլ սկսենք։ Խոսենք զինվորական պարտադիր ծառայության մասին, մի փոքր պարտադիր է եւ ում համար։ Значит, я, во-первых, вас приветствую в нашей службе и приветствую всех наших радиослушателей. И сейчас перейдем конкретно предметы, перейдем к разговору. Значит, как вы знаете, в Грузии постановлением правительства за номером 300 объявлен осенний призыв. И, значит, это постановление вышло 14 августа 2023 года. И в соответствии с этим постановлением, значит, обязательной военной службе подлежат граждане, достигшие 18-летнего возраста, до 27 лет, то есть диапазон возраста призывного с 18 до 27 лет. Не призывают те ребята, которые в соответствии с законом о военной службе и военной обязанности освобождены от военной обязательной службы или пользуются отсрочкой. Вот как гидек вечарий меченцов, карелия азатвель, воркан я это вечарий чапа, и в кане по закону, так есть такой закон в Грузии, называется закон о Мосакарабеле, для, значит, отсрочку ребята, молодые люди, берут, значит, внеся в бюджет 2000 лари, берут 18-месячную отсрочку. То есть эта отсрочка предоставляется два раза, они могут по этому основанию взять отсрочку, оформить отсрочку два раза до достижения 25-летнего возраста. Значит, из этих 2000 лари вы, значит, интересовались по поводу того, куда отправляются деньги, в какой бюджет. 90% из 2000 лари перечисляются в центральный бюджет, 10% от этой суммы остается, значит, в местном бюджете. Спас бюджет, правильно? Да. Իսկ մինոցմիդայի մասշտաբով, շրջանի մասշտաբով, տարեկան քանի զինծառայող, քանի զորակոչիկ է ազատվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, վճարի միջոցով։ Մենակ պոետում ասնավալի ու իմի, հարոշ, за прошлый год, я сейчас мы поговорим, за прошлый год мы, значит, оформили 51 человек, 51 призывник, оформили по этому основанию отсрочку. То есть 25 человек оформили в рамках весеннего призыва, 26 человек оформили в рамках осеннего призыва. То есть мы в прошлом году внесли, ну, если умножить на 2, получается 102 тысячи лари внесли в бюджет. За этот год, я могу сейчас сказать, да, за 2023 год, только в рамках весеннего призыва по этому основанию взяли отсрочку 23 призывника. И скажу на ней зуракочку. Осенний призыв начался, только сейчас мы перешли в активную фазу. Я вам опять сейчас повторюсь, 14 августа вышло постановление об объявлении, значит, осеннего призыва. Осенний призыв фактически начался 21 августа, но, значит, план график мы получили недавно, и сейчас вот в настоящее время идет активная работа по распределению, значит, повесток. В этот, значит, сейчас уже еще не начался, как бы, да, так вот скажем. За осенний призыв уже 3 человека оформили отсрочку и получили, значит, отсрочку на 18 месяцев по этому основанию. 3 призывника уже взяли в рамках осеннего призыва. Угу. То есть за несколько дней, вот мы буквально несколько дней работаем, уже 3 человека получили по этому основанию отсрочку. У нас по закону о военной службе и военной обязанности 17 оснований есть, по которому человек, молодой человек, может оформить отсрочку. Я сейчас, если хотите, могу подробно это все рассказать, просто для этого нужно время. Да, отсрочку берут, если в семье родился маленький. Да, отцу мы предоставляем, если отец призывного возраста, мы предоставляем отцу 3 года отсрочку. То есть ребенок родился с момента рождения по достижению 3-летнего возраста, отцу предоставляется 3 года отсрочки. Основные отсрочки берут студенты наши. Те ребята, которые, значит, учатся в высших учебных заведениях, вне зависимости от того, значит, в Грузии учатся они или за границей. А из депкун вычеркнут кого? Нет, конечно. Человек поступает. Те студенты, которые учатся в республике, да, в
даже опять не требуем справок, потому что у нас база есть студентов, единая база, мы там сразу по нашей базе видно, кто студент, где они учатся, мы предоставляем автоматический массочек. А те ребята, которые учатся в загранице, то есть в Армении, в России, в Турции, мы у них требуем, да, мы требуем эти справки о том, что они являются студентами, о том, что у них есть статус студентов, они справки приносят, мы оформляем годичную, значит, отсрочку, да, годичную отсрочку, потому что по этому закону студенты предоставляются отсрочку ежегодно, то есть по закрытии курса и переходит на следующий курс, он обязан обновить эту справку, потому что, чтобы мы знали, что у него учеба продолжается. Очень много случаев, когда человек поступал, учился, через год-два перестал учиться, и мы должны, обязаны по закону, опять же, его призвать на общих основаниях. Իսկ այն երիտասարդները, որոնք պարտադիր զինվորական ծառայություն մասնակցելուց հետո վերադառնում են այս ինչ տպավորություններով են վերադառնում եւ գոհացնում է վրացական բանակը մեր երիտասարդներին, այս մասին եւս մի փոքր Сейчас я два слова скажу о том, что какая польза, да, вы хотите узнать, какую пользу, какая польза, значит, какую пользу получают ребята, которые, значит, отслужили на, значит, прошли обязательную военную службу. Во-первых, они учат языку. Очень много, да, очень большое, много средств тратит государство для того, чтобы обучать грузинскому языку, значит, государственному языку тех представителей национальных меньшинств. У нас, я имею в виду армян, там азербайджанцев, по основным условиям, очень много денег расходует государство. Это желание, вы знаете, школу желания, да, есть. Я сам закончил школу желания. Очень много средств тратится для того, чтобы обучить грузинскому языку. Ребята за год, те ребята, которые даже в школе плохо учились, да, за год учат грузинский язык. Это разве? Естественно. Да, очень много сил и средств тратится для того, чтобы интегрировать наших, да, наших ребят, наше население как бы с центром интегрировать, социальный, это самое, социум общий, да, республиканский, грузинский социум интегрировать. Интегрируются, ребята меняются, ребята ментально меняются, которые от вас служили, понимаете? Երևի միակ խնդիրը դեռևս մնում է այն հարցը, որ այն երիտասարդները, ովքեր Թբիլիսիում կամ այլ քաղաքում են անցնում ծառայություն, տուն են վարձում, որպեսզի երիտասարդները մնան այնտեղ։ Այս խնդիրը երևի ունի շրջանում։ Да, есть проблема такая, потому что, знаете, как в 19 году, в конце 19 года, да, последний призыв, вышел приказ министра обороны о том, что новый режим ввели службы. Потому что человек может выбрать сам, то есть призывник после прохождения, значит, карантина, учебной подготовки, он выбирает режим службы. То есть сам выбирает, хочет, остается в казарме, да, и служит на общих основаниях, хочет, он выбирает службу, то есть один день он служит, два дня отдыхает. Да, и он, сам да, вот это вот придуманное ключевое, сделано для чего? Чтобы процент уклонистов уменьшить, да? Ребята, те, которые уклонялись по причине того, что они работают или они учатся, ну, я думаю, что этот режим ввели для того, чтобы они могли совместить учебу со службой или работу со службой. И очень много ребят это и совмещают. Просто наши ребята встали перед проблемой, потому что мы находимся на периферии, да, у нас как бы в районе, на окраине Грузии. Да, и не получается так, чтобы все наши ребята служили на месте. У нас в нашем районе нет частей. Там в Ахалкалаке есть военная база, но там не получается, чтобы все ребята, которых мы призываем, все обязательно проходили там службу. Получается, что процент, некоторый процент, значит, призываемых ребят, их переправляют в другие части на службу. И они, ну, этот, как бы, пользуются этой льготой, да, этим моментом, да, не остаются в части, не остаются в казарме, хотя они могут остаться. Их никто не выгоняет, никого не выпрашивают из частей. Они могут оставаться в части, могут на общих основаниях служить. Никаких проблем у ребят нет. Просто не хотят. Они выбирают эту службу, выходят, нанимают квартиру, и вся нагрузка попадает на родителей. Кажется, наев, чанапарацуах не стану, мои да. Раньше где-то 60-70 лет дали государство
перечислял. Сейчас, насколько я знаю, 200 лайков увеличили. Это на мелкие расходы, на транспортные расходы, там, на мелкие бытовые расходы, чтобы они... Այսքան ներ այսօրվա հարցազրույց հարգելու ընկերներ, հիշեցնեմ, որ գտնվում էինք Նինո Ցմինդայի զինվորական հաշվարկման և զորակոչի ծառայության պետ Նայիրի Մանուկյանի աշխատասենյակում։ Ցտեսություն։